Новый станок в цехе прокатки широкополочных балок уже установлен. С помощью этого внушительных размеров механизма комбинат сможет изготавливать больше шпунтов. Шпунт – это металлический профиль, который широко используется при строительстве, например, плотин и мостов. По прогнозам специалистов, потребность рынка в шпунтах будет расти, а мастерская комбината, где их делают, сегодня загружена до предела. На новом станке будут обрабатывать валы для прокатки этих самых шпунтов. Если на старом оборудовании комплект обработанных валов выпускали за месяц, теперь для этого потребуется 3 дня. Сейчас происходит настройка оборудования. Для этого на комбинат прибыли специалисты из Германии. Этот станок был сделан специально по требованиям Евраза. В этом станке мы реализовали новую концепцию передней бабки. Не типичную, которая в старом проекте здесь была. Этот станок оснащен измерительной системой как заготовки валка, так и автоматическим измерением инструмента. Станок стоимостью 209 миллионов рублей оснащен системой числового программного управления стандартной оснастки. В качестве языка используется русский. По словам тагильских специалистов, станок прост в управлении. Сегодня на НТМК для работы на нем обучено 5 операторов. Здесь будет, опять-таки, наверное, впервые на нашем комбинате программа, которую привезли наши немецкие коллеги с собой. Они нам ее установили. Нас будут обучать на эту программу. И уже по ней, наверное, мы будем первооткрыватели. Евраз поставляет шпунты на многие масштабные стройки. Например, в прошлом году порядка 2000 тонн произведенного в Нижнем Тагиле профиля было отправлено для постройки центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области. Николай Палкин, Вадим Усков, Павел Соложнин. Новости Тагил ТВ.